Власти Новой Каховки сообщили о том, что ночные удары по Каховской ГЭС на Днепре привели к разрушению задвижек плотины, из-за чего вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что затопление не произошло, а в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые находятся ниже по течению. Экстренные службы сообщают, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС. Обрушение продолжается. Из-за подрыва ГЭС затопило зоопарк «Сказочное Деброво» в Новой Каховке. Судьба проживающих там животных пока неизвестна. Сообщается о стремительном снижении уровня воды в Днепре выше разрушенной плотины Каховской ГЭС. В ведомстве отметили, что это является угрозой для Запорожской АЭС. Власти Херсонской области сообщили, что в Новую Каховку, Голую пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС РФ. По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. «Но нам нужно пережить эти 72 часа», — отметил Леонтьев. Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком. Вместе с водой на улицы города вышли бобры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 80 украинских населенных пунктов находятся под угрозой затопления. По его словам, разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для юга страны. СМИ публикуют кадры затопления неподалеку от Родокаменки на правом берегу Херсонской области. По информации экстренных служб, вода в Новой Каховке продолжает подниматься до 10 метров, в Днепрянах – до 8 метров, в Корсунке – до 5,3 метра. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в зоне риска подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС находится 22 тысячи жителей. По данным экстренных служб, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.